Формулу успеха чувашского филиала Банка внешней торговли вычисляла моя коллега Татьяна Трофимова, а я с вами прощаюсь до завтра. Компания ВТБ безупречно показала себя перед клиентами в кризисное время. И с достойными показателями подвела итог за первое полугодие текущего года. Всего за 6 месяцев 2013 года банком ВТБ в Чебоксарах, предприятием региона, предоставлено кредитов на сумму 3 миллиарда рублей. Это примерно в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом. Корпоративная ресурсная база на 1 июля 2013 года составила 1,7 миллиардов рублей. В настоящее время наш филиал чувствует себя достаточно уверенно. Наш счет за здоровый портфель там приблизился и перевалил за отметку 4 миллиарда. Наша основная цель, естественно, это качественные заемщики там, в первую очередь. В ВТБ одна из самых дешевых баз кредитных ресурсов. Индивидуальный подход к каждому заемщику. У надежных клиентов есть возможность получить кредит с ставкой даже менее 9%. Мы работаем с крупным и средним бизнесом, то есть, еще раз говорю, с выручкой больше 300 миллионов. Это наш конек, корпоративное кредитование, это то, на чем мы зарабатываем, и это и составляет там основной наш портфель. В клиентской базе ВТБ более 500 корпоративных клиентов. Около 200 из них – предприятия крупного и среднего бизнеса. Среди друзей компании – только надежные партнеры. Внедряются очень интересные подходы к кредитованию, улучшаются внутренние процедуры и, соответственно, это помогает нам хорошо расти. Мы снижаем бюрократию, стараемся быть более клиентоориентированным. В планах ВТБ в городе Чебоксары – сотрудничество с правительством Чувашской Республики по финансированию крупных проектов. А если говорить уже о достигнутых результатах, ВТБ «Капитал», дочерняя компания ВТБ, выиграла тендер на размещение облигационного займа Чувашской Республики на 1,5 миллиарда рублей. И все же главная победа и гордость компании – это команда профессиональных единомышленников, подчеркивает руководитель офиса. Корпоративный дух, традиции и доброжелательная атмосфера в коллективе – формула успеха ВТБ.